Хабарингиз бор, Катар пойтахта Доха шахрида спорт гимнастикаси бойича Жаҳон кубогининг 2-чи босқичи бўлиб ўтди. Мусобақада дунёнинг 30 давлатидан келган гимнастлар ғолиблик учун баҳс олиб боришди. Унда ҳамёртимиз 46 ёшли Оксана Чусовитина ҳам иштирок этиб, таянып сакраш машқларининг финал баҳсларида энг яхши натижани қайд этди ва олтин медални қўлга киритди. Кеча Узбек спорта афсонаси Ислом Каримов номидаги Ташкент халқаро аэропортида мухлислар ҳамда шахсан гимнастика федерациясы президенти томонидан муносиб кутиб олинди. Конечно же, я почувствовала радость, такое облегчение, что не зря все-таки я возвращалась в спорт. Просто когда я принимала это решение, было очень волнительно, так как чтобы вернуться в спорт, надо показывать результаты не хуже, чем были до этого. Буду готовиться дальше, побеждать и прославлять свою родину. Шунингдек спортчи мусобақада 3-чи ўрин эгаллаган рақиби, россиялик 16 ёшли Виктория Листунова ҳақида ҳам фикр билдирди. Самое основное это финал, в квалификацию можно попасть и восьмым результатом. Самое основное это финал, но по мосте мы все равны, этой россиянке как раз-таки 16 лет. Она меня ровно на 30 лет младше, поэтому мы соревновались одинаково. Мы на помосте все равны. Кто сделал лучше, тот и победил. Олтин медаль соҳибига УзАвто Моторс аксиядорлик ҷамъияти томонидан гуллар ва совғалар топширилиб, уйи томон кузатиб қўйилди.